Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Растения против зомби-герои». Так, давай посмотрим с тобой задание дня «Безумные правила». Все бойцы получают одну единицу силы и здоровья при использовании, что приносит несравненное удовольствие грибам в стратегической колоде «Вспышки на солнце» и «Изобилие споров». Окей, значит, я играю за... вспышку на солнце, да? За наш подсолнух против супермозга, да? Окей, давай посмотрим, что нам это даст. Ага, у нас есть орех. Точнее, это не орех. Кокос, ананас, как он там звать-то его. Ладно, это мы убираем. Вот это я, наверное, оставлю. Как же тебя звать-то? Я уже забыл. А, клонанасы, вот. Ты смотри-ка, что твой... Так... Блин. Ну давай вот так вот сделаем. И вот так вот. Погнали. Бумс. На тебе. Так, и 4 в лицо, да? Значит, мы ему даем. Угу, фруктовый микс. А что, если я сделаю вот так? Глянем-ка. Так, перемещать зомби плюс один. Это твое дело. На. Держи. Так, уничтожаем этого мелкого халабуду. 2 фруктовых микса у нас. Но я, наверное, сделаю все-таки вот так. Блин, у него срабатывает защита. Слушай, да ему сейчас крышка, друзья мои, приснится. Вот что я хочу вам сказать. И что ты думаешь? Тебе это поможет, парень? Я думаю, что вряд ли. Так, погнали. Ага. Ага. Уничтожить его, что ли, а? Блин, у меня не хватает. Ладно, погнали. Бэм. Так, мы его убрали. Ну все, я тебе скажу, что здесь победа уже за нами. У нас с тобой фруктовый микс, и у него... Да хоть ты что тут делай уже. Тебе это уже не поможет, парень, смотри. Я не удивлен. Вытягивай там что хочешь, сколько хочешь. В любом случае тебе уже крышка. Вот тебе и безумные правила. Супер мозг, как говорится, отдуплился. Так, разыграйте 3 зомби с бочками. Разыграйте 2 растения на воде, разыграйте 3 бесенка. Ну что же, пошли выполнять ежедневные наши задания. Как там еще раз? Разыграйте 3 зомби с бочками. 3 зомби с бочками. Хм, мне бы сейчас вспомнить, что это за зомби еще там с бочками. Так, если я возьму, например, тебя. Изменить. Зомби с бочками. Это вот, по-моему, да? Да, зомби с бочкой. И нам нужно их разыграть 3 штуки. Правильно я понимаю? Хм. Так, уберем этого. Уберем. Наверное, вот. Нет, этого оставим. Наверное, вот так вот сделаем. И вот этого уберем. И 3 зомби с бочками нужно нам с тобой взять. Так куда ты? Угу. 2 у нас только здесь, к сожалению. Ладно, придется тогда.
Так, что ли, поставить? Оу-оу-оу, три штуки. Зачем так много? Не надо. Блин, я не знаю, что поставить. Кого тут лучше поставить? Что лучше сделать? Пирата я не хочу, если честно, ставить. Вернем тогда этого. Все, поехали. Арена, выбрать. Побежали. Три зомби с бочкой нам нужно с тобой установить. И все, ребят. И первое задание будет у нас пройдено. Выступаем против бабаха. Так, ну это уже перебор. Зачем мне на ранней игре твою налево такие карты-то, а? Ай-яй-яй-яй-яй. Ну ладно. Еще не легче. Еще не легче. Ну что это? Добор мне дают. Блин, пират этот. Пропускаем ход. Орех. Что задумал? Давай вот так вот сделаю. Ха-ха-ха. Ну, как скажешь. Погнали. Пам-пам-парам-пам-пам. Ну что, я, наверное, сделаю 1-3, да? Ну, наверное, вот так вот сделаем. Угу. Опачки, банан поставил. Наносит 3 единицы урона. Я тебя понял. Поехали. Так, 4, да, и плюс. Ну, сейчас мы сделаем с тобой здесь делов. Пам-пам-парам-пам-пам. Да, в принципе, пока ничего больше делать не надо. Ага. Ага. Так, да, значит. Поехали. Давай-ка мы, наверное, сделаем с тобой вот так вот. И вот так вот. Что-то я пока зомби с бочкой-то не вижу. Грибы? Стреляй. Поехали. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Что же сделает он? Минус его поставит скорее. Или переместит его на шарики. На пузыре этом. Ну что ты там, бабах, задумался-то? Перемещает все-таки. Угу. Банана, банана. Так, ну дальше что мы тогда делаем с тобой? Вот так вот. Ага. Ну и все, пока. Смотри-ка, что делает. И довольный такой. Допустим. Все? Ох ты, прокачал еще их. Так, ну что, я думаю, наверное, сделаем следующим образом. Вот здесь вот заморозочку. Здесь, наверное, вот так вот сделаем. Поехали. На тебе. Окей. Угу.
Что же сделать мне в данный момент? Ну, если я сделаю, например, вот так. Ага, это хорошо. Наносит 2 единицы урона. Еще 2, допустим. Все. Погнали. Вырубаем. Так, ну у него банан этот, да? Остается в живых. Несчастный. Вот тебе и банана. Так, что же нам и как лучше сделать? Давай вот так, наверное, сделаем. Здесь поставим вот так. А здесь вот так. Так, смотри-ка. Шаманс вот зачем-то сделал. Наносит урон. И еще здесь. Пускай тратится. Угу. Кабачок. А мы с тобой доборчик. Поехали. Допустим. А вот тебе и бананы. Так, ставим сюда. Проскок, да? Сюда. Поставим сюда. И вот сюда. Ох, поблизости. Окей. Угу. Так. Все. Погнали. Пока ничего не будем делать. Замечательно. Так, ребят, ну что, тут сделаем следующим образом. Так. Дальше. Вот так. Наверное, вот так. Замечательно. Смотрим. Смотрим, что тут у нас получится. Орешек. Окей. Угу. Так, вытягиваем карту. Хорошо. Ну, нормально, ребят. А сейчас у него сработает здесь. Там, наверное, мина будет, скорее всего, у него, да? А, вот как он. Хо-хо-хо, банана, да? Ну, вот и все, в принципе, да? Я так понимаю. Пам-пам-пам-парам-пам-пам-пам. Давай сюда поставим, да, наверное, потом. Вот сюда. Ага. Да и все, пока. Ладно, допустим. Так, и это все?
И это все. Так, вот это убери. Пам-парам-пам-пам-пам-пам. Так, в ответочку. Только вот что-то я не замечаю, ребята, зомби с бочкой вокруг нас. Итого 9 хп. Давай я вот так вот сделаю. Ага. Ох ты. Ну давай. Так. И что дальше? Ха-ха-ха. Твоя бомбочка никому не поможет. Горячку можешь не пороть. Ну ты понимаешь, да, что ему крышка сейчас? Бамс. Ну вот и бабах, повержен. Так, друзья мои, ну мне-то надо было разыграть бочку. А, мы сделали. Оу, и трех бесед разыграть, и два растения на воде. Слушай, ха-ха, так это вообще шикарно. Остается одно задание, ребят, только. А значит, растения на воде. Это надо мне брать. Две горошины. Да-да, именно. Фу, ты, две горошины. Зеленая тень, друзья мои, две горошины. Рэй, доигрался уже. Ты понял, да? Я думал про двух горошин. Ладно. В общем, все и так поняли, что я хотел. Так, ну что, первого хода у меня нету. Опа, опачки. Вот такие вот пироги он собирается сделать, ребята. Ниндзя. Поехали тогда. Смотри, что творит, а? Ну а если, например, сделаю вот так. И вот так. Сейчас он будет прокачивать их, ребята, заклинаниями. Видишь? Для меня это не новость, я не удивлен. Так, срок, скоро сработает защита. Угу. Ну, а мы с тобой сделаем следующим образом. Вот так вот. Ты смотри-ка, ландшафтик закидывает, а? Да что такое-то? Не срабатывает у меня эта защита, ё-моё. На воде, да, значит, нам нужно было? Хе-хе-хе-хе, как же тут лучше сделать-то? Давай сделаю вот так вот. И вот так. Так, перемещает зомби. Вытягивает две карты. Ага, у него, значит, срабатывает, а у меня нет.
Ну и что у нас там? Давай я сделаю вот так вот. Перемещаешь опять зомби своего? Давай, давай, как раз у меня тут защита будет. Мне надо, чтобы она сработала. Ну, вытягивает еще две карты, отлично. Эй, тири-тириц. Да поехали, что мы тут? Ну? Ну и что дальше? И все, и ты припух, да, парень? Ну все, ему крышка. Мим-мим-мим-мим. Телепатию свою тут делает. Ну все, 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 пока. Ну и прекрасно. Мы же выиграли, да? Ну, я имею в виду, растения разыграли на воде. Так, 20 гемов. В плане, блин. Ё-моё, я думал... Ай-яй-яй, надо было именно на воде, а не двух водных. Ладно. Блин, вот это плохо. Заразительное сальце, блин. Её только тут не хватало мне. О, еще и взял двух четверочек. Да ну. Дело дрянь. Своими подтанцовками этими. Ну понятно, сейчас начнется, ребят. Начнется сейчас со своими танцульками, шпульками здесь. Так, луна. Ну, типа луна, да? На самом деле это волшебный росток какой-то там. Ну все, ты доволен там? Опа, опачки. А давай-ка я вот так сделаю. Не дай бог у него есть заклинашка, а? Нету. Срабатывает защитка. Мы этого вырубаем. Так. Ага. С бочечкой чувачочек, да, тут появился у нас. Давай сделаю вот так вот. Угу. И вот так. И вот так. Отлично. Опа, кукурузочка. Очень даже неплохо. Так, ну что, друзья, убираем этого пирата. Наносит 2 единицы всем. Угу. Я тебя понял. Такс. Ну что, выставляй там своего пирата, я не знаю, кого там хочешь. Добавляй 4 карты волшебный росток баба в вашу колоду. В мою колоду, да? Посмотрим. У него, наверное, еще есть куриный бег этот.
Угу. Но этот-то жив останется. Но ненадолго, потому что он сейчас что-нибудь сделает. Я такая, нет, ничего не стал делать. Ох, смотри, кто появился у него тут. Дальше что? Пиратика позвал. Командная эволюция. Давай мы этого, наверное, лохмандея уберем отсюда. Вот так вот. Что у него там есть? Какая заклинашка? Угу. Допустим. А вот и росточки, ребят, пошли. А вот и пошли наши росточки. Так, мы, во-первых, сделаем с тобой вот так вот. Потом сделаем... Подожди-ка. Ага, можно поставить, да? Можно. И вот так вот. Что там? Уничтожать растения. Окей. Угу. Смотрим дальше. Так. Капитанку вызвал. Здесь мы с тобой сделаем вот так вот. Эй, Нарина, найс. Теперь сделаем вот так вот. И, пожалуй-ка, вот так. Смотрим. Хе-хе-хей. Пускай, пускай, ребят, тратит все свои карты. Мне это только в плюс. Ой, напугал меня. Поехали. В минус. Так. Еще раз точку у нас есть. Опа-на. Так, а как же мне, друзья мои, его уничтожает зомби, да? Командная эволюция. Поехали. Так, ну он сколько? Ну, да, нанесет урон. Нанесет урон, ребят. Поехали. Так, 6 хп восстановит, да? А вот это плохо. 3 единицы урона наносит. Да. Почему эта эволюция не срабатывает? Вот что мне непонятно. Ага. Ну что ж, давай посмотрим. Так, здесь получается не совсем совет. Угу. Вот что он вытворяет, да? Два охотника. Погнали. И вот так вот сделаем. Поехали.
Такс. Кукуруза погибает само собой. Ага. Так, явился, не запалился. Что бы мне такое сделать? Давай, наверное, так и сделаем. Этот, пускай чудик перелетает. И вот так. Но, к сожалению, больше я пока ничего сделать не могу, ребят. Уничтожает. Ага. Самое обидное, что, ребята, он сейчас карту будет вытягивать. А у меня добора нету. Но есть кое-что другое, да? Допустим. Так, давай-ка мы, наверное, сделаем вот так вот. Лети, лети туда, Ташечка. Теперь сделаем вот так вот. Да и, наверное, все пока. Да что ты, блин, будешь делать? Ну какого хрена у него срабатывает, блин? Как видишь, у меня ничего не срабатывает. Абсолютно. Шестнадцать здоровья у него всего лишь. Давай, давай, лети сюда, кар-кар-кар. Да и все пока. Я не знаю, ну, возможно, у него какие-то заклинания есть, ребят. Опа. Ну-ка, смотрим. Блин, у него карта дофига, 4. Ну вот, ё-моё, а. У меня нету, мне нечего, ребят, поставить здесь, к сожалению. Ну и что это, ну? Ни ландшафта, ничего. Где мои все ландшафты? Где все у меня в конце от концов, блин? Грипп он мне дает. Нафиг мне твой вшивый грипп сейчас этот нужен? Вот объясни мне. Да все уже тут. Дает мне какую-то фигню, блин. Я в шоке просто от того, что сейчас тут происходило, блин. Ничего путевого не дали. Вообще ничего. Ни одного ландшафта не дали, прикинь. Хотя их у меня здесь, смотри. Раз, два. Два ландшафта, как минимум. Огурец. Еще вот третий ландшафт. Ничего нет. Зачем тебе ландшафты? Обойдешься без них. Вот, на тебе всякое фуфло давали, которое мне вообще не нужно, блин. Фигею просто с них, блин. Я просто с них офигел, ребят. Аж взбесило прям. Не могу, ребят. Аж до трясучки. Да ё-моё, ну... теперь еще этого дурачка мне дают, а? Великанус, да? Ну, с одной стороны, если он будет разыгрываться на... Понятно. На доборов карт, то все с ним понятно.
Да, он хочет на вытянутых картах, ребята, играть. Все, я его прекрасно понял. И поехали. Начнем потихонечку. Ой, вот тебе, ой, на. Я немножко в шоке, ребят. Сюда поставим. Сейчас он этой курицей меня будет задалбливать, да? Ну, что там задумался? Да выходи уже. Угу. Давай свою плешивую курицу. Еще вытворяет. Погнали. Вот так вот, да, делай, значит. Мы с тобой сделаем тогда. Блин. Давай вот так, наверное, сделаем. И вот так. Посмотрим, кто у него там. Ландшафтик. Поехали. Ну, этого пугала-то уберем, понятное дело. Ничего страшного не будет. Сделаем вот так вот. Иди отсюда. Так, вытягивание трех карт. Ага, вытянутый. Вот, вот он что, ребята. Вытянутые карты стоят теперь дешевле. На единицу. А у тебя вытянутых карт у него, ну, сейчас одна в данный момент только вытянулась. Сейчас посмотрим, что этот, понятно, умирает от капкана. Этот, я не знаю, ну, сейчас посмотрим, что он тут будет делать. Он сюда ставит кровожадность с прочерком. Сюда вот такую гадость ставит. Так, он может поставить сюда пришельца, да, на прикрытие. Мелкий такой, маленький статуэтка. Нет, он ставит его сюда. Мы еще при всем при этом его не убили. Понимаешь, в чем дело? Ладно, смотрим, что дальше. Угу. Не знаю, кто там, что там. Так, сделаем с тобой таким вот образом. Пам-пам-пам, да? Ну и вот так вот. Допустим.
Этого-то сможет убить он, нет? Хе-хе-хе! Вот тебе весь великанус. Сдулся великанус, ребята. 27-й ранг, как-никак, был. Ух, до жути, до жути. Ну, вот что до этого вытворяла зеленая тень, это просто, ребята, за рамки выходит. За все возможные допустимые рамки. Как они ни одного ландшафта ничего не дают, и играй как хочешь, рай. А зачем тебе ландшафты? Пфе, перебьешься без них. Блин, а бессмертие это тоже еще та кошелка. Ладно, начнем потихонечку. Сейчас, наверное, своих летучих мышей сюда вызови, да? Летучие мыши у нее хороши, они могут и на воде, ребята, ставиться. Поэтому как бы мне туда опасно ставить моих бобовых вот этих вот. А ведь некоторые люди умеют за это все играть, понимаешь? Причем играют довольно неплохо. Ну-ка давай я так вот сделаю. Да ладно, что-то мутит. В плане! В плане уже защита сработала. Я не успел ничего делать. Уже защита, ребят, сработала. Все. Нате, пожалуйста. Ну и что ты мне этого сюда вызвал? Позвал. Объясни мне, пожалуйста. Ну я сделаю вот так вот, например. И вот так. Тебе это как-то поможет или что? Я не знаю, ребят. Проверим давай. Нет, летучих мышей не стал вызывать. Зачем? Опять у него к защите идет дело. Да что ж ты будешь... Давай я так вот сделаю. Шаманство. Ты сейчас делаешь шаманство. Зачем? Ох. Ну, летучих мышей однозначно выставить сейчас. Хотя уже, знаешь, они не понадобятся. Все, ребят. Почему не понадобится? Ну, смотри, сейчас вызываю этого. На спортсмена, что ли? Ты серьезно? Ты на спортсмена, что ли, решил сыграть, парень? Ай, господи ты, боже ты мой. Ну, давай подыграем, фиг с ним. Давай я сделаю вот так вот и... Ну и сделаем вот так сейчас с тобой. Так и вот так вот. Упс. Доигрался. Сейчас летучих мышей сюда поставит. Или сюда. Ничего не стал делать, ну и зря. Это большая... ошибка была. У бессмертия это была большущая, огромная ошибка. Ладно, ребят, мы выиграли здесь. Уровень повышаем себе до 15-го. Плюс еще 20 гем. Ну что, ребят, продолжаем. Продолжаем наши поединки, пока все идет хорошо. Последние два поединка, по крайней мере, идут. Ну, а я 5. А раньше, так скажем, сезона 2-3, за этого танцора никто не играл вообще. Очень мало. Я его пробовал экспериментировать, но что-то у меня как бы не особо хорошо получалось. Сейчас я смотрю, он прям как в тренде. Все, сколько вот, если сравнивать частоту боссов, против которых мы играем, это именно вот заразительная сальса. Угу. Пом-пом-пом. Че, он сюда послал специально, чтобы я потратил... Ты хитер, парень. Нет, бей. Я уж потерплю. Опа, прокачка. Ну, теперь можно и бомбануть, да, ребят? Теперь можно и бомбануть.
Мне что-то не нравится. Ага, вот. Но если он сейчас будет на этих танцорах все время выкручиваться, это будет плохо, ребят. Я знаю, кто там у нее. Да-да-да-да-да, именно это. А это пока сейчас подобьет и вытянет здоровье, насколько я понимаю, да? Ведь так ты хочешь сделать? Ах, вот даже как. Ну я, друзья мои, ничего... Так, это пригодится. Танцулька. Так, он сейчас выставит сюда танцора одного. Эти прокачиваются, понятное дело. А, один прокачивается. Один прокачивается. Так, а что мы можем сделать? 2 и 2, 4, да? Получается, я сделаю, наверное, вот так вот. Так, секундочку. И вот так вот. У него есть одно заклинание. Я не знаю, что там, ребята, у него еще осталось. Ага, вот что. Вот такие вот пироги, ребят. Ну что же. Давай смотреть. Уничтожает растение. Так. Блин, а мне некого поставить, прикинь. Там вот такая же чурла сидит, я тебе точно говорю. Давай, короче, сделаем вот так вот. Вот так. И вот так. Я тебе говорил? Ну, ребят, в любом случае нам тут крышка. Понимаешь, да, о чем? В лицо пробьют. И все. Да. Знаешь, что самое обидное? Что где мой... Вот это вот мне нафиг как бы сейчас не нужно, если честно. Я хочу убрать, изменить и поставить, наверное, знаешь кого? Который у нас замораживает могилы. И вот этот, наверное, нам не пригодится. Хотя этот... А, вот у нас есть две штуки. Почему-то я их... Почему-то я их не видел. Вот сколько играем, она мне еще не выпадала. Ну что, поехали, попробуем еще сыграть за зеленую тень. Потом уже будем, наверное, кого-то менять. Так, ну у нас тут... Да что вы-то вылазите? Это на ранней игре, я никак не могу понять. Еще не легче ландшафт. Вот когда вот он мне нужен, его фиг дождешься. Когда он не нужен, он лезет сразу же. Да. Если я сейчас поставлю этот орех, у него же валун есть. Ну, вот 100%, ребят, говорю, что у него есть валун. Два ореха у меня, да? Ну, давай посмотрим, что ли, я не знаю, кто там у тебя. Сумоист. Сумоист откинет его сейчас, понятное дело. Откинул. Обменяемся сейчас ударами с ним.
Опа. А давай-ка я так сделаю. Так, надеюсь, мы не успеем. Точнее, он успел. Давай так сделаем. Поехали. Если сейчас у него опять тренер будет, то это все, ребят. Все, можно сворачивать удочки, ребят. Это бесполезно. Восстанавливает 6 единиц здоровья. Так, лобешник, дай ему, пожалуйста, трешечку. Так, вот этого уберем отсюда. Сумоист, ну ладно, пускай будет сумоист. Так, этого мы сейчас уберем. Если сейчас опять тренера у него не будет. Ага, защита. Так, здесь вырубаем. Тынь-тынь-тынь-тынь, да? Так, гриб, гриб, гриб. Как мне гриб спасти? Ой, ну да, никак, походу, дело. Давай смотреть. Ты глянь, а, что творит. Угу. Ну это сумоист, понятное дело, тут... Что тут, как говорится, говорить? Так. Ну, погнали. Смысл некуда, некого сдвинуть. Оу. Ну вы что, издеваетесь, что ли? Я не могу понять, а? Ну все, мы тут опять же проиграли, друзья. Только из-за ландшафта вот этого. Молекулярка, конечно, хорошо, но... Но поздно. Опять же, ребята, скажу вам одно. Здесь ему просто повезло, что у него выпало сразу... Сколько там? Три тренера или два тренера? Которые стоят, делают неуязвимость. Это единственное, что его спасло. Так бы, извини, мы бы его раскромсали в пух и прах. Но это очень редко выпадает так. Это очень редко. Если бы у меня был... Да что ты... Вот, ну хоть более-менее что-то у нас выпадает. Опять Эммануэль ХД. Наверняка тоже на спортивной колоде играет. Хотя очень зверская колода на Гаргантюа, я тебе серьезно говорю. Когда начинаются эти гаргантологи, если выпадают у тебя там две или три штуки сразу, это вызывает Гаргантюа за копейки, там за одну, за две маны максимум. А с Гаргантюа ты сам знаешь, шутки плохи, они же тем более все разные там. Не понял. Это что за фокусы, ребята? Эй, бро, я хотел поиграть.
Ну, такое бывает тоже. Бывает, ребята. Может быть, отключился, может быть, сбой. Некоторые пишут мне в комментариях: Рэй, как ты вообще в нее заходишь? Почему-то некоторых людей выкидывают. Я сразу скажу, если играете на мобильнике и бывает такое, что вас выкидывает, первое, что вы должны посмотреть, это обновить игру, это первое. А второе, посмотрите, сколько у вас места. Потому что игра, может быть, установится, все сделается, но не запустится, потому что не хватает места. Это также и на черепашках ниндзя легенды. Так, у нас Нептус, вот что я тебе скажу. Так, ну что, будет выпускать своих этих? Осьминожку своего. Вызвала, смотри-ка. Не поленилась его, так сказать, подставить под атаку. Делай ее, конечно. Делай ее, потому что... Ха-ха. Вот тебе, парень, ха-ха. Погнали. Знаете, за трещину. Кого же ты поставишь, а, Нептус? Да иди ты. Я не верю. Ну. Опа. Сейчас же все равно получишь. Опа, нормальная карта выпала. Ну, этот будет прокачивать, это понятное дело, себя. Кто же там у тебя сидит? Сумоист? Может быть. Давай я так попробую сделать. Ай-яй-яй-яй-яй, не, ну не того, не того. Ладно, я, наверное, друзья мои, прикрою все-таки нашего огурца. Посмотрим. Угу. Вот такой там сидел зомби, друзья. Да, вот сюда что ли перемещаешь? Так, давай, братишка, прокачивайся. Так, ну мы карту-то все равно возьмем, в любом случае. Пред смертью, так сказать. Хорошая карта. Ай, хорошая, ребята, карта. А вот то, что он это взял, это плохо. Семь, да, стоит? Ух ты, смотри, сколько он набрал этих. Ха-ха-ха, курица, ладно. Так, друзья, что бы нам тут лучше сделать? Предлагаю, наверное, вот так вот. Проверим. Так, здоровье, да? Окей. Такой, тьфу. На тебе, курица, ты несчастная. Ай, такая улетела, ай. Банан, ух, шикарненько. Наклевывается кое-что, друзья мои, по-моему, у нас. Так, 7, нам бы дожить с тобой до семерочки, и было бы вообще шикандосик. Верно? Давай я сюда вот поставлю, вот так вот. Да и, наверное, хватит. Кто там у тебя? О, ну если бы ты здесь была, тогда бы заморозка сработала, а на ровном месте не сработает. Бэмс, на ответочку, харчок. Как ты заколебала, а? Так, у нас проводит бонусную атаку он, да? А это тоже бонусную атаку. Ты гляди-ка, что он тут навытворял, а?
Как нам лучше сделать? Давай так вот. Тра-та-та-та-та, поехали. Нормально? Я думаю, что нормально. Ну что, Нептусь? Приплыли? Угу. На, в ответочку. Да лови ты, мне не жалко. Харчок. Так, отлично, ребята. Бонусная атака и все, и крышка, да? Нам 8 очков как раз и нужно. Этот спортсмен здесь не поможет. Да, мы, наверное, сделаем вот так вот. Опачки. И хлопочки. Поехали. Что там выставишь? Ага, ничего не выставишь, сдался. Ну, Нептусь, я тебе сразу скажу, на спортивной колоде такое себе наслаждение. Ну, по крайней мере, я пытался, ребят, поиграть, у меня что-то не получилось. Возможно, у меня руки кривые, хотя я пытался. Ну, видишь, на Нептусе еще должны быть карты нормальные. Опять же, все много чего зависит от легендарных карт. Я смотрел того летсплейщика, которого вы мне рекомендовали, который у нас, ну, он, правда, не русский, американец вроде бы, да? Или кто там? Много чего не понятно. Ну, в принципе, в этой игре не надо ничего понять. Тут просто смотришь тактики. Но я тебе скажу. Давай-ка вот так вот сделаю. Я тебе скажу, он элементарными простыми картами играет, но очень здоровски. У меня так не получается. Так, харчок ему, да? Харчок ему в лицо. Ну что, я не знаю, есть ли у него водные какие-нибудь. Может быть, есть. Нет. Ну, там, возможно, сумоист, ребят. Такое может быть. Давай вот так вот сделаю. Харчок. Два. Когда мы призываем, два в лицо он стреляет при вызове ореха. Пират. Угу. Так, пошел за эволюцией, да, чувак? Точнее, не за эволюцией, а... Еще творит. Что я могу сделать? Пум-пум-пум. Я могу сделать следующее. Сюда поставить один и заморозить. Но. Бонусную атаку или что ты будешь делать сейчас? Кровожадность ставит. Я так вот сделаю. Он может его убрать, ребят, спокойно. С полтычка. Если у него есть переместить, то он так, скорее всего, и сделает. Этот будет прокачиваться. У него вместо двух станет три атаки. То есть четыре в лицо нам неизбежно влетит сейчас. Хм. Так, он хочет его спрятать в надгробие. А, еще и здоровье он себе подхиливает. А я не знал, я думал, что он такую атаку прокачивает. Вот об этом я тебе и говорил, что это будет плохо. Я не знаю, кто у него там стоит. Что за чудо в перьях. Но я знаю, что можно сделать вот так вот. И, наверное, вот так вот. Ага, просто. Просто вот этот мелкий зомбарик. Так, сейчас работать должна защита, по идее. Предлагаю сделать следующее. Вот так вот. Сейчас этого перекинет сюда, да? Передвинешь же. Естественно, друзья мои. Ну, это и правильно он делает. Это и правильно он делает. Так, я надеюсь на защиту. За каждого зомби, то есть ты одну карту всего вытянешь.
Странно. На тебе тогда. Да, давай его бомбанем. Нафиг нам этот шарик. А тут все. Тут, друзья мои, ему крышка. Почему? Сейчас увидишь. Это без выходов, без вариантов, ребят, называется. Это уже безвыходное положение, потому что хоть надгробие, хоть что ты тут делай. Тут два варианта, ребята. Можно либо через этот, но мы будем с тобой по-нормальному. Я думаю, ты понял, да? Угу, да хоть ты тут за уничтожающее. Вот этого выставляем, да и все, в принципе. Можно было бы еще один, и, ну, в таком темпе. То есть через вот эти орешки мы с тобой наносим ему по 2 единицы урона. Так, а мы с тобой получили ранг. Следующий, это какой у нас там получается? 17-й. Так, глядишь, и до 20-го доберемся, друзья. Кто там был? Ржавый разряд? Ржавый разряд. Так, нам пока нечего тут поставить. Ой, чую я там. Спортивная колода светит, ребята. Хм. А возможно, я ошибаюсь. Так. Иди отсюда. Ну, фиг с ним, давай сюда поставим. Сидишь, начинаешь думать, что мы поставить. Ну, он что-то не шевелится, ребят. Я не знаю, в чем у него там загвоздка. Что он там хочет придумать. Угу, видишь, что творит. Стоит ли нам ландшафт с тобой мини-ставить? Или как? Лучше сделать вот таким образом. Опа, опачки. А вот это вот, ребята, плохо. Профессор, мозговая атака, блин. Что делать? Убирать его, конечно же. Как? Сейчас покажу. Так, а он еще такого же позвал. Ты посмотри, а. Восстанавливать себе здоровье. Опачки, Роза. Так, все лаборанты наносят удар, насколько я помню, да? Так, он сейчас, по-моему, будет бомбить. Тю-тю-тю-тю-тю. Блин, подожди секундочку. Как лучше сделать-то? Давай так вот сделаем. И вот так вот. Поехали. Ага. 2 энергии добрал, да? Ты смотри-ка. Но профессор все равно, ребята, всхлопочет у него. Благо, карт мы с тобой успели набрать. Да? Да.
Там профессор, опять же, тебе говорю, кислый щей этот. Только вот как нам лучше тут сделать с тобой, а? Поставим-ка, наверное, мы с тобой вот этого. Вот сюда. И вот этого сюда. Я же тебе говорил, профессор будет у него здесь. Уничтожает растение, окей. Пускай тратится. Он карту, конечно, будет набирать все время. Так, здесь уничтожает. Знаешь, что нам нужно сделать? Я, кажется, догадался. Ты такой деловой. Ты такой деловой, смешной, нелепый. Так, погоди секундочку, а что я хочу сделать? Ну, в принципе, да. Поехали. Неужели у него есть ракета? А, кровожадность? Ну и ладно, пускай пока кровожадность будет. Поехали. Так, ну этому крышка. Этого тоже убиваем. Допустим. Угу. Заныкал, да, его? Давай сделаю вот так вот. Сделаю вот так вот. Тин-тин-тин-тин. Подожди. Поехали. Так, конфетная душа, ребята. Так, ну сейчас, наверное, будет жесткач какой-то. Так, все зомби получают +1/+1. Прокачивается. Так, пошел добор. Сейчас, кстати, добор будет у него в плане конфет, ребят. Прокачивать здоровье, ХП и тому подобное. Но ему нужно вот этого уничтожить. Иначе... Все. Ну ты понимаешь, да, что он делает? Ага. Здесь уменьшает здоровье, естественно, сам себе, чтобы пополнить. Плюс дополнительную энергию до конца. Поехали. Раз. Ага. Плюс пяток. Теперь смотри, в чем приколюха. Ты думаешь серьезно, что я вот на это клюну? Приколюха заключается в следующем. Мы вставляем с тобой грибы. Вот эти вот. Или как нам лучше сделать? Лучше сделать вот так вот, да? И... Ну, к примеру, даже... Как тут лучше влепить-то, даже не знаю. Ну, давай вот так вот. Чтобы было. И вот так вот. Поехали! Ну да, по башке достанется, конечно, тут.
Тут не поспоришь. Но это все, что он мог сделать. А дальше мы его уничтожаем. Вот и все. Профессор со своими карамельками не сработал. Ну, против такой колоды, на самом деле, ребята, очень сложно играть. Это я тебе точно говорю. Играл я как-то. Пытался. Но у меня не получается за эти, вот за такие колоды. Я почему-то фейлюсь. Ну что, ребят, наверное, последний поединочек на сегодня мы сыграем и будем, наверное, закругляться. Поехали. Фига там, никнейм. Посмотри. А там может быть написано: кто со мной играет, тот губошлеп. Вполне возможно. Так, что ты будешь ставить, профессор? Ой, мозг атака. Ничего. Тогда я поставлю. Ну, ё-моё, ну росточки, росточки. Ну зачем мне сейчас росточки? Хотя, в принципе, ребят, почему зачем? Росточки очень даже хороши, могут пригодиться нам. Задумался. Это 10-й ранг, да, против нас? Опа, 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 опачки. Ох ты, смотри, какой жук. Он все потратил, да, получается? Угу. Hello, hello. Поехали. Оп, оп, ниндзя. Как будто и не бывало здесь. Угу, орех. Блин, мне на воду никого не поставить. Вот что сейчас обидно это самое. Хоу, хоу. А вот это, ребят, называется фортуночка. Ну, точнее, удача. Такое редко везение бывает. Вот так вот, видишь, что он творит. Окей, окей. Так, давай-ка мы с тобой бомбанем. Тю. Ну да, да, да. Че, он будет перемещать кого-то? Нет, он вытягивает две карты. На тебе. Блин, он меня догоняет своей вот этой вот кикиморой, блин, прикинь, болотной. Надо ее выкинуть, наверное, да, в зашей, или как? Сейчас подумает, а стоит ли ставить еще могилки или нет. Ставь сюда кого-нибудь, я его шариком бэм, пузырем. Вот как он делает. Вот как он, друзья мои, делает. Давай, наверное, вот. Нет. Лучше, наверное, вот так вот выкинем, да? Поехали. Ох ты, выкидывают вот этого хламона. Окей, сколько мы ему навтыкаем сейчас? 5-6 в лицо. Это нормально. Да, и того 8 хп оставляем ему. Да ты заколебал, а? Ну все, надеюсь, на этом. Так, что мы сделаем с тобой? Тихо ты. Мы сделаем с тобой вот так вот. Дальше мы сделаем вот так вот. Пим-пим-пим-пим-пим-пим-пим-пим. Да ничего, пока больше делать не будем. Угу. Явилось чудо чудное. Так, не забывай, что если он... А он ничего не стал делать. Если он сейчас будет заклинания какие-то применять, естественно, будем ему в лицо бить. Тюн-тюн-тюн, нахлёстывать. Ну, как видишь, он ничего не стал делать. Единственное, что у него сейчас сработает защита. И он эту чувырлу может сюда перегнать.
По-моему, все. Он же на воде у нас, да, это амфибия, нормально. По-моему, все. Мозг атак... Блин, да ты заколебал, а? Прикрылся. Ну ладно, пускай прикрывается. Ладно, пускай. И пускай этого ставит. Тут уже мало, честно говоря, роли, что играет. Так, я ставлю этого сюда. А сюда... А сюда вот этого. Ну и все. Бонусную атаку. Ну давай. В бок отлетает и делает бонусную атаку. Оу-оу-оу. Ну я думаю, что щит сработает же, да? Ребят. Отлично. Ну что же. Да, тут, в принципе, без разницы. Что так, что так. Вот и все. Коварный план чудика не удался. Ну и слава богу. Ну, а мы с тобой получаем... Да-да, ребят, 18 ранг. Кстати, я думаю, что в следующей серии мы с тобой наберем ту самую заветную 1000 кристаллов, за которую приобретем очень хороший смачный пак. Так что, друзья мои, на этом все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.